Тарифы на ком-услуги должны формироваться открыто. Проект под символичным названием «Прозрачный тариф» обсудили сегодня на заседании в Нур-Отане. Совет по экономической политике совместно с экспертной группой по направлению инновационной экономики составили план работы. Первый пункт – усилить контроль за расходованием средств субъектами естественных монополий. Проще говоря, для разработки программ в сфере коммунальных услуг будут привлекаться профессиональные эксперты и проводиться публичные проверки. Во-вторых, все это должно происходить под общественным контролем, чтобы максимально информировать население о возможном повышении тарифов. За последние 8 лет, по данным статагентства, стоимость услуг за горячую воду выросла на 73%, в половину стоимость газа и на целых 150% цена услуг за электричество. Партия «Нур-Отан» будет усиливать контроль за реализацией уполномоченными органами своих основных функций по регулированию услуг, в первую очередь, естественных монополистов. Монополисты, они из года в год делают одни и те же ошибки, но все эти ошибки, они бременем ложатся на плечи потребителя. Поэтому это очень важная тема, которая даст нам возможность, прежде всего, усилить общественный контроль в этой сфере. И, я думаю, будет сформирован государственный заказ для того, чтобы у нас были независимые эксперты, которые в конечном итоге могли бы нам сказать вообще, за что мы платим деньги.